Дорогие друзья, всех приветствую. Я нахожусь в городе Бишкек. Вот заехала в офис Кайгуль, офис складодержатель в городе Бишкек нашей продукции магний водород. Вот. Айгуля тоже получила результат. Она не просто так пришла сюда. Вот, она пришла за здоровьем. И Айгуля, скажи, пожалуйста, как все это началось у тебя? То есть какой у тебя был диагноз изначально? Спасибо, Айман ханум. Я вообще начала пить по одной капсуле. У меня за два месяца у меня мастопатия прошла. Я тогда еще по одной пила. У меня не было возможности по два пить. А когда уже начала по два пить, у меня начальная стадия онкологии по женской части. И во время месячных, например, мне сейчас 50 лет, у меня как-то другие эти симптомы были. Я никогда не знала, что такие боли будут. Но после, как два раза пью, у меня вот эти боли почти мало стало. А потом, когда уже три раза начала пить, в этот день у меня вот этот орган прям как будто там камень холодный стал. И я терпела, буквально уже больше 20 дней пью. И последний раз у меня вот этот, когда цикл был вообще у меня ощущение хорошее. И смотрите, у меня вот год назад мои коллеги, подружки видели меня. Недавно у нас была встреча, они мне такой комплимент дали. Ну, Айгуля, то что ты принимаешь? Ты вот прям как-то помолодела. Но я только магний пью. Я не хожу ни к косметологу, ничего, ни коллаген не пью. Здесь Аллаха шукур, что хорошо продукция работает. И с августа месяца, кому я предлагаю, все довольны. Надо просто принимать, начать пить. Спасибо.